Опусти его в воду. Опусти подсак в воду, да, чтобы он его это, не боялся. Ты снимаешь? Угу. Нажала там, это горится? Да, время идет. Блин, сука, как же его вытащить-то, блядь? Не-не-не, рыбка, не-не. Чуть-чуть помотай. Да я не быта, не... Подожди, подожди, не торопись, не торопись, рыбка, не подводи к нему. Глубоко. Это здесь вот. Ой, по-моему, он тронулся. Страшно. Да что за какая-то акула? Собака какая. Ой, не какой здоровый. Там меня заснимут. Дочка, блин. Ого, ни хрена себе! Ни хрена себе! Тихо. Он, наверное, больше 4. Мы сейчас его подмучим немножко. Слушай, я его вообще не могу не подвести ничего. Ты смотри, блядь, кабан. Рыбка. Лучше не пугать, а то сейчас как бы дернется, да. Мало не покажется. Сейчас так, ты сможешь удержать-то воду, не свалишься? Так вот, ой, какая красота, блинка. Сейчас мы его подмучаем. О-о! Рыбка вообще пошла. Так, подожди, вот так же он вынырнет? Не-не-не, он в другой стороне, видишь где? Вот он, подожди. Не торопись. Тут все главное спокойствие. Сейчас мы его подведем к тебе. Давай, иди, пацан. Давай. Все, молодец. Нифига себе. Нифига себе, блядь. Держи. Погнай его. Нифига себе. Вот это зверь. Мамочки, я таких еще на удочку не ловил. Так этот прогнулся, просто сломался, глянь. Вот теперь фотосессия, девочки. Ах, вот он, трофей. Так, аккуратно. Все, держу. Ты это? Как на фотке, Жень? Авто, ставь на авто, вот тут прокручивай ее.